Подскользнулась, упала, очнулась, гипс. В лучших традициях советской комедии Марина Суперфина не заметила ступеньку в темном коридоре. И вышла совсем не смешно. Перелом с осколками, операция и металлическая пластина в ноге. Я, наверное, его выброшу сразу. Я не хочу такой подарок оставлять. Нет, не буду разрисовывать. Но я его выброшу. Мало того, я еще хочу выбросить костыли. Во второй городской клинической больнице имени Семашко лето, горячая пора. Травматологическое отделение забито под завязку. Тех, кому недостаточно помощи травмпункта, отправляют в стационар долечиваться. Пациентам оказывают всю необходимую помощь. А лежать в отремонтированной больнице морально гораздо легче. Здесь уже поменяли окна, потолки, переложили полы и заменили двери. Ремонт у нас еще в процессе идет. Вот. Естественно, так как ремонт не делался больше 10 лет, а сейчас вот с точки дорогому врачу, ну, заметно, и люди довольны, что и палаты стали чище, светлее, и, конечно, комфортнее находиться. За сутки в травмпункт поступают до 130 человек с растяжениями, переломами рук и ног, травмами, связанными со строительными работами и активным отдыхом. Медперсонал дежурит круглосуточно. Марианна Мирная, Василий Колдашов. События.